В Государственном архиве новейшей истории Ульяновской области состоялась наша встреча с краеведом Ниной Александровной Дубовик, которая изучила биографию героя Советского Союза Александра Матросова от рождения и до его гибели. Наша цель – поставить все точки над «и» биографии героя. 5 февраля ему исполняется 100 лет со дня рождения. Долгие годы местом рождения героя считался Днепропетровск. В постсоветское время появилась башкирская версия. Но, как утверждает директор Госархива новейшей истории Андрей Пашкин, если опираться на сохранившиеся документы из детдомов, где находился Александр Матросов, эти регионы не могли быть местом его рождения. Сегодня историки, благодаря Нине Дубовик, в один голос утверждают, что Александр Матросов наш. Он родился в маленьком хуторе Зинкин-Враг или Зиновраг, Самарской губернии. Сегодня это Новомалоклинский район Ульяновской области. Про это месторождение Александра Матросова узнали из документов учителя и краеведа Петра Ковальчука, работавшего в Новой Малокле с 1952 года. Сразу хочу оговориться, что этот хутор Зинкин-Враг был в одну улицу, и никаких административных зданий не было. И вот их всех зиновражцев сначала, значит, вот в метрических книгах, потом в волостном правлении, потом в сельском совете регистрировали как высококолковцев. А вот Высокий Колок и Зиновраг находятся друг от друга в 5 километрах. В Госархиве области Нина Александровна нашла запись в метрической книге о рождении Матвея Ивановича Матросова, отца Александра. Потом выписала всех Матросовых поименно и составила родословную. Потомки Матросовых до сих пор живы и живут уже в Высоком Колоке. Тогда непонятно, как же маленький Саша оказался в детском доме, если у него были родственники. В ЗАГСе Новой Малоклы Нина Александровна обнаружила запись о смерти и Александра Матросова, и его матери Анны Николаевны Матросовой. Она умерла 7 января от чахотки. Уже при разговоре с краеведами из Новомалоклинского района Дубовик узнает душераздирающую историю, как больной матери пришлось лично отвезти сына в детдом. Она записана со слов Марии Ивановны Дьяконовой и Матросовой, родной тети Саши Матросова. Мария Ивановна рассказывает так. «Я помню тот 29 декабря 1929 год, когда Анна привела Сашеньку ко мне в дом, к нам в дом, и попросила Федора найти розвольни. Розвольни – это сани, то есть была зима же. Вот. И вот тогда я ей говорю: Анна, может быть, как-то обойдемся? Она ей говорит: Маня, как? У тебя двое родителей, четверо детей, еще один скоро будет. А там сытый, накормленный. Муж Анны на тот момент уже умер, и она с Федором Матросовым, братом ее мужа, вдвоем отвезли Сашеньку в Меликесский детский дом для малолетних детей номер 26. Через 9 дней после этого мать его скончалась. В 1934 году Александра перевели в Меликесский детский дом номер 25, где сегодня находится Краеведческий музей Димитровграда. А в 1935 году он оказался в Ивановском детском доме. О подвиге Александра Матросова, закрывшим своим телом амбразуру фашистского дзота 27 февраля 1943 года, знают в нашей стране, наверное, все. О нем рассказывают со школьной скамьи. Почему же родственники молчали о фактическом месте рождения Александра столько лет? Как утверждает краевед, в советское время им велели молчать о рождении Александра в забытой всеми деревушке. Это подтверждают воспоминания, заверенные их подписью. Так было выгодно властвующим структурам. Герой должен был родиться там же, где и Леонид Ильич Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС, руководитель тогда нашего государства. Спустя почти 80 лет это молчание было нарушено. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.